здоровенькие ребята, вы на канале Форд Мак. Ну что же, стоит ли сбегать от родителей? И вторая часть вместе с Валерой. Давайте снова попытаемся, авось получится, и вот этот вот тормоз все-таки сможет сделать. Ой, хотя честно, я больше запомнил предыдущий ролик даже не самим роликом, а именно комментариями, которые трубили про ситуацию, которую я описал уже в закрепленном комментарии, но походу никто не читает закрепленные комментарии, что довольно странно, хотя объяснил, что просто, когда снимаешь кучу роликов подряд, ты забываешь про некоторые аспекты. Я впервые увидел реализацию таких фишек для дальтоников, я такого просто никогда в играх не видел, что кто-то так подписывал и заботился о таких моментах, вот и все. Но почему-то людей это прям взбесило. Хотя некоторые вещи, когда ты на автомате кучу всего делаешь, ты забываешь. И это нормально. В любом случае, давайте уж посмотрим все-таки, сможет ли он сбежать. Давайте, погнали. Всем я, привет, Валера. В прошлый раз у меня не получилось, и я много тупил. В этот раз я планирую заниматься тем же самым. Наконец-то домой. Сейчас покушаю и гулять. Нет, чел, это ошибка. И покушать там только грызть гранит науки. Стоит ли сбегать от родителей? Надо бы спросить у моего друга Валера. О, Андрюха, я тебе сейчас все раскидаю. Ну, пошли. Погнали! Я на этом собаку съел. У меня новая тактика. Сначала пичкаем карманы всем, чем можем, а потом думаем, что с этим делать. Ключ в тюрьме. Нужна отвертка. Этот кубик же как-то связан с сейфом, правильно? Здравствуйте, профессор факультета скульптуры. Здорово, батя. Я ползаю. И вот я здесь. 16:31. Прибыл Годжу Сатору. А ведь... Да, блять. Сейф-то, елки. А, это что, ноутбук? Это ни хрена себе макбук. Пустой поднос, то есть. Учитывая, что под ним, я боюсь, что в нем. Облом. Да блин. Бедняга, тоже по шкафам ныкаешься. Тыкаются все, кроме центрального. Значит, мы делаем цвет, как у центрального. Нет, что-то не так. А! Я понял. Походу, мне придется устраивать фотосет кубику. Ну, погнали фототь. Вот это у меня галерея теперь. Батя, я сейчас кое-что сам. Аккуратно, аккуратно. Синий, зеленый. И доступ к ноутбуку. То есть за... Поебело, Геннадий. Зарядки в сейфе мало, еще и пароль надо. Поебело. Как? Пароль, батин, какой? Фотка, конечно, оттаск. Пиздец, блядь, перекосило. Геннадий плюс вентилятор. Что, гендилятор? Вендинадий? Что? Ой-ой. Придется в Нарнию. Как раз порошок есть. Я точно закрывал эту дверь. А можно какое-то уточнение? Их там много. Сейчас ты у меня получишь. Ага, вот найди сначала. В шкафу сидишь, да? Нет, нет. Вот пидор. Раз, два, три. Так, мне нужно узнать какой-то вентилятор. Здорово, я учу. Да за что? Ты за шо, блядь? А я только приседал. Давай, да чтобы пол блестел. Мать, охуела, блядь. Я так пожаловаться смогу, блядь. Тебе просто надо было... Хотя ладно, меня никто не послушает и скажет, что мальчик, ты преувеличиваешь. Чтоб пол блестел, я понял. Сказали же учить уроки, а он... Блядь, понимаете, это просто выглядела ситуация, как будто такая мать зашла. Блядь, к чему придраться, почему? У тебя прыщик на носу. Я учил уроки. Чугунная твоя голова. Дайте венца хлебнуть. Это же вентилятор. Что, там цифры крутятся? Я вижу, что ты на лопастях. Цифры 2, 4, 2, 4. Минуточку, если я сфотаю на телефон... Ой, там еще и стрелочка какая-то. Опа. Это не читы. Это использование мозга на все 120%. Все, помыли уже, пропусти, блядь. Геннадий 424, да? Корзина и блокнота, где танки? Батя не разобрался, как игры скачивать. Нажимаем браузер и... Вы уже в шаге от успешного выполнения. Так, автору приятного аппетита, мы продолжаем. Так, что в блокнотике? Мой долг. Зина вернуть корзину, Саня тракторист. Это ж какой у вас там это... Вы ж Геннадий, вы же не... Вы что, связаны? У вас дед, случайно, не Максим? А? Раз там корзину нужно для Зины вернуть. 300. Попался в ловушку Джокера. А вот это вот мне надо. Да, не запомню, что. Даже метель.ру. Где-то я видел. Во! Тут понадобится специальное средство от жира. Нахрена? Зачем оно? Грязный жирный экран, и что? А ты что, брезгливый? Что, батя настолько, что ли, там облизывался после рыбки, что ли, соленый? Левый дофига или что? Я же находил где-то. О, антижир. Теперь нужно протереть. Теперь тряпка понятно, нужна. Зачем тряпку стирать. Я бы что? Лицом просто, раз он такой тупой, просто... И все.
подтерся. Короче, в этой вазе всегда ключ. Если он выпадет, батя услышит. Но если аккуратно вытряхнуть цветок, а потом еще немножечко попыхтеть. Опа! Видали? Yes. Беззвучно достал. А ключ этот от кладовки. Опа, раз. Ох, блять, я не могу, кладовка выглядит как в метели прям. Прием, прием, прием. Всем, кто слышит, меня не пускают гулять. Я Андрюша. Алло, а чё? А, понятно. Я знаю, что создатели тоже делали игру метель, но это прям реально как будто в метели. Батарейки. Я, кстати, знаю, где они. Алло, прием. А, это просто радио, что мне оно даст? Да, блять! Оно мне даст пизду. Я просто хотел поймать волну. Радио заставляет прийти туда маму. А еще я заметил вот что. Вы понимаете? Мне кажется, я близок. Блять! Блять. Пу-пу-пу. Ха, ты посмотри на него. Смотрите на меня. Лучший полотер 2022. Я за час игры перемыл все, переделал все. А ты не можешь дорезать половину луковицы? Я до вас доберусь, пацаны, мы поиграем с вами, погуляем. Я хочу полностью закадрить батю. Что из этого выйдет? Семья разрушается чисто потому, что Андрюша хочет погулять. Опа! Кто-то написал. Я слишком глуп для того, чтобы делать уроки, но достаточно умен для того, чтобы испортить всю нашу семью. Просто потому, что кто-то там вынес охуенный новый мяч. Да я, пупсик, жду тебя с замороженным мясом и гвоздями в своей кроватке. Сейчас только доделаю алгебру. Твоя красавица тебе пишет, ба. Блять, честно, как будто этот Сибурский своим друг в округе пытается кого-то закадрить. Хотя. Да, нет. Это я вообще-то. Мне нравится говорить о фильмах, музыке и о том, как ты провел сегодня время. Как он провел время? Сейчас будет красочный ответ. Как он провел время? Ну, я поссал, посмотрел футбик. О, яйцо почесал. Правое. А что маман не смущает, что там написывает ему? Да походу нет. Давай учись. Да. Давай, иди охраняйся. Слава богу, не въебал. Иван, мало ли. Твои 11 балбесов слуга сбегут. Мы с тобой так похожи, да, малыш? Он пишет, как насчет того, чтобы встретиться. Это что, можно выгнать его с дома? Да, конечно, ты можешь приехать ко мне, я буду дома одна. Проверьте подключение. Что за... Не отправилась, в смысле? Интернет кончился. Саны Ростелеком. Сейчас устрою ему засаду. Добро пожаловать, ага. Кто-то написал. Ага! Чё? Коп, ёпта, это для учебы. Все дети как дети, а ты... А я принцесса. Да. Включён комп и что, блядь? Давай бегом вокруг дома. Три круга, побежал. А, да, теперь еще и бегать. А в какую сторону? Три круга. А дом-то квадратный. Давай, быстрее. Здравствуй, небо в облаках. Что бы думал, следующий... Обожаю эту логику, блядь. Чтобы научиться, тебя надо измотать нахуй. Да, охуенно такой, весь потный, заебанный будешь уроки учить, ой. Мне кажется, я здесь больше всех думаю. Ты что делаешь? Да. Слышишь, батя, свин, у нас туалет дома есть. А можешь чуть-чуть левее, вот, на электрический щиток, чтобы мне полегче было. Последний круг. Бля, с такой физподготовкой я бы через этот забор просто перепрыгнул. Я пока вокруг дома носился, увидел, что тут есть чердак. Теперь вот я собираю ступеньки себе. Тряпки стираешь, тебя бьют. Дом чинишь, тебя бьют. Что за семья? А ну иди сюда! А ну стоять! Вообще не... Блять, вот как актеры отыгрывают, мое почтение. Мамка прям... Глянь, ей ведьму надо какую-нибудь озвучивать. А ну иди сюда! Никакой выгоды мне в этом нет. Ну же! Выходи, будем пить чай с конфетами. Кому ты лечишь? Я на кухне был, никаких конфет у нас нету. Надеюсь, сам... А в итоге сюжетный поворот, это не его семья, а какие-то психопаты. Чердак не закрыт на какой-нибудь ключ? Доски прибиты на гвозди. Нужен какой-то ломик. Ну-ка, не жужжать на мой лом. Ой-ой-ой. А зачем мне на крышу, если я собираюсь уйти? Куда это ты собрал? Да я сам понятия не имею. Нужно разбежаться и прыгать прямо на сено. Прыжок веры! Пока неудачник... Что? Блять, это охуенно, просто такая маман полетела. Давай, что этот один такой ассасин хренов, просто маман такая прыгает, блять.
Это, блядь, какая-то альтернативная вселенная, в которой, если бы у Эдсо, блядь, не батя был бы ассасином, а мамка. Если ёпта! Она спрыгнула. Это было, блядь, это было мощно, господи. Прыгнула с крыши дома. От такой мамы вообще не твариков сбежать. То есть тебя вообще не смутило факт того, что у тебя, блядь, сын нашел, блядь, вот эту вот самую ебучую дырень в крыше и прыгнул через забор. Я тер полы, у меня в голове сложилось. Используя все, что мы знаем. Антижижа, стирка и протирка, доступ к панели через люстру, отвлечение и усыпление, музыкальная ловушка Джокера, и пока батя спит, а мать кричит: «Выпусти меня отсюда! Эй! Нет! Слышишь меня?» Нет! Андрюшка бежит гулять! Пацаны, я с вами! Ура! Итак, стоит ли сбегать от родителей? Если вам 30, то уже давно пора было бы. Ты какой? Даже если вам уже, я не знаю, там 26-28 уже точно надо. Короче, это было неплохо. Черт подери. Надо будет самому реально попробовать. Ощутить весь этот, опять же, все это напряжение, весь этот саспенс от страшной мамы. Знаете, батя еще не так пугает. Вот маман реально стрёмно, что пиздец. Особенно и этот голосащик. Короче, уважуха Валерке. Надеюсь, что он дальше продолжит остальные уровни проходить, потому что хочется посмотреть, насколько же там абсурдные случаи еще. Короче, это охуенно. Респект, лайк, заходи по вкусным ссылкам в описании. И спокойной ночи, дружки-пирожки.